Ну что ж, после небольшой паузы, пока приводили корт в порядок, вернулись теннисисты на корт. Ну, теперь же это другие персонажи, теперь же это Мартин Фишер и Орасио Себальос. Ну, Орасио Себальос, аргентинский теннисист, нам знаком гораздо лучше. Что касается Мартина Фишера, то этого австрийского теннисиста мы будем узнавать как бы по ходу, несмотря на то, что ему буквально несколько дней назад, 21 июля, исполнилось уже 27 лет. Но это будет всего лишь 21-й его матч на уровне турниров ATP. Вот сейчас рядом с главным арбитром как раз Мартин Фишер находится. Невысокого роста, 1,80 м, правша. С 2005 года в профессионалах. Но вот в основном играет по там, челленджерам и фьючерсам. И максимум, чего в рейтинге добивался, это 117-я позиция в мировом рейтинге. И за всю свою карьеру Мартин Фишер заработал чуть более полумиллиона долларов. В общем, и, конечно, очень скромные цифры. Ну, на челленджерах, фьючерсах больших капиталов не заработать. Ну а из тех 20 матчей на турнирах ATP, которые он провел, он выиграл всего лишь 3. И это, конечно, тоже очень-очень скромная цифра. Ну вот на турнире в Китсбиэле в четвертый раз будет играть Мартин Фишер. И все три раза предыдущих он или через квалификацию сюда пробивался, или же получал wildcard, потому как все три раза он, будучи игроком третьей сотни мирового рейтинга, здесь принимал участие. В 2007 году проиграл в первом круге Диего Хартфилду, аргентинцу. В 2008 снова аргентинцу Серхио Ройтману. И вот единственное какое-то для него разнообразие было в прошлом году, когда он уступил на тайбрейке третьего решающего сета Атиле Балашу, венгерскому теннисисту. Но вот прошел год и снова в первом раунде встречается с аргентинцем. Ну, в общем, ничего удивительного. Аргентинцев много. На грунте они играть очень любят. Естественно, на турниры в Китсбиэле приезжают достаточно в большом количестве. Ну вот здесь только пятеро аргентинцев в основной сетке. Ну и плюс еще сколько было аргентинцев, бразильцев в квалификации. На этот раз Мартин Фишер прошел через квалификацию. В первом круге квалификационного турнира обыграл Томислава Бркича, представителя Боснии и Герцеговины, 7-6-6-2. Затем бразильца Андреа Гема, 6-3-5-7-6-1. Ну и в решающем матче одолел Геральда Мельцера. Я вот, к сожалению, не знаю, вот Геральд Мельцер имеет какое-то отношение к Юргену Мельцеру, родственное или нет. Но вот его обыграл Фишер уже 6-4-6-2, соотечественника своего. И таким образом попал в основную сетку. Ну, невысокий, не обремененный лишним весом. Ну, посмотрим, как он будет двигаться, как он будет представлять нам свой теннис. Ну, что касается Орасио Себальос, сейчас не входит в число 50 сильнейших, 54-ю позицию в рейтинге он занимает. Максимум, чего добивался за свою карьеру, это была 39-я позиция в рейтинге. Уже 10 лет в профессиональном теннисе, ему 28. Один выигранный турнир за карьеру у Орасио Себальоса. В прошлом году дебютировал на турнире в Китсбиэле и в первом же круге уступил два раза по 5-7 итальянцу Симоне Болелли. Ну, в общем, вот как раз карьера Орасио Себальоса. У него
в 2,5 раза больше. Даже в 3. Да, в слишком раза больше заработано денег на корте. Ну, тоже, в общем, не самые выдающиеся показатели за 10 лет профессиональной карьеры. Единственный турнир Арасиус Сибальос выиграл в этом году, наконец-то открыл счет своим победам на турнирах ATP. Это было на чилийском турнире в Винья дель Мар. Ну а первый раз в финале он играл почти 4 года назад. Это было в Санкт-Петербурге, в помещении на харде. Ну, тогда он проиграл. Ну, кроме этого, есть еще у Арасио Сибальоса 2 победных турнира в парном разряде. Один вместе с Болели в 2011 году они выиграли на грунте в Мюнхене. И вместе с отечественником Мартином Приетто выиграл он турнир в Буэнос-Айресе в 2010 году. И еще один раз играл в финале в 2010 же году вместе с Патито Старачи в Сантьяго де Чили. То есть все его успехи, вот за исключением санкт-петербургского турнира, так или иначе связаны с грунтом, ну, что, в общем-то, совершенно неудивительно, если обращать внимание на его паспорт. Арасио Сибальос, ну, аргентинцы, все, в общем-то, играют, стараются неплохо играть на грунте. Ну вот один раз они уже встречались между собой. Вы видите, какая была упорная борьба. Мартин Фишер на Ролан-Гаррос 2010 года едва не вышел в следующий раунд. И только лишь в решающем 5-м сете со счетом 8-6 победу сумел одержать Арасио Сибальос, сохранив какие-то средства букмекерам, потому что ставки, в общем-то, однозначно принимались на его победу тогда, в 2010 году. Я думаю, что и сейчас явно именно Арасио Сибальос считается фаворитом этого поединка. Именно в этом матче между Арасио Сибальосом и Мартином Фишером определится соперник для Марселя Гранальерса в следующем раунде. Ну вот единственное, что меня немножечко беспокоит, то, что вот, виден, мелькнул в кадре зонтик. И не очень похоже, чтобы это было солнечным зонтиком. Хотя больших каких-то туч вот вроде бы так на этом плане не видно, но видно, что облачно, может быть, и набежит какая-то там тучка с дождиком. Но будем надеяться, что этот матч пройдет без вмешательства погодных условий. Арасио Сибальос, в общем, тоже не очень удачно выступал в последнее время. Во втором круге проиграл на Ролан-Гаррос после победы, опять же, 8-6 в решающем сете над Вашиком Поспишилом. Проиграл Станиславу Вавринке в 3 сетах. На Уимблдоне в первом круге уступил Сантьяго Хиральдо в 5 сетах. На челленджере в Брауншвейге украинцу Сергееву в 3 сетах проиграл. В Бастаде уступил Карлосу Берлоку. В Гамбурге Альберто Рамосу. И вот только в Умаге сумел прервать эту серию из 5 подряд поражений, выиграв в первых 2 раундах у Корича и Берлока. Но вот затем снялся с матча с Андреасом Сеппи, проигрывая 5-6. Вот посмотрим, что у него со здоровьем сейчас. Не будет ли какая-то помеха ему в этом матче. Ну, какой-то травмы официально не заявлено. Вот я уж не знаю, честно говоря, тот матч я не видел с Эппи, из-за чего снялся Арасио Сибальос. Может быть, какое-то было такое недолгое недомогание. Сейчас Арасио Сибальос готов играть дальше. Но вот первым подает Мартин Фишер, 30-0.
Ну, как хорошо, как спокойно с приема Райсио укоротил. 30-15. Хорошо принимает Себальос. Ну, вторая подача была очень удобна. Марасио левша. Ему под форхенд Мартин Фишер такой удобный мяч направил, что грех было не забить. По 30. Главное, наверное, оружие Арасио. Бэкхенд красивый, мощный. Ну, в общем, Арасио сам парень такой крепкий, пусть и ростом всего лишь 188 сантиметров. Ну, по современным теннисным меркам это далеко не самые выдающиеся показатели. Но и вы видите, такой плотный. Сейчас пробить не удалось. А, в общем, реальный был шанс выиграть гейм на чужой подаче сразу. Ну, в предыдущем розыгрыше, конечно, его бэкхенд, наверное, Мартина Фишера. Не то чтобы поразил, он его, наверное, уже испытывал, но так заставил поволноваться. Ровно. И отличная подача Фишера, первый эйс. Не очень много зрителей на трибунах, но тем не менее вы слышите, как они своего игрока поддерживают. Не так уж и много поводов у австрийцев гордиться сейчас своими теннисными успехами. Пожалуй, только Юрген Мельцер еще так периодически о себе напоминает отдельными успехами на турнирах. Ну, вот это вот сочетание очень мощных бэкхендов и бэкхенда же укороченных ударов, оно, в общем, конечно, достаточно опасное для среднего класса игрока, коим можно считать Мартина Фишера. Вроде бы, так, видя, что мяч под бэкхенд идет сопернику достаточно далеко, обустраиваешься на корте, чтобы отражать мощные удары, а тут идет хороший укороченный прямо под сетку. Тяжело поспеть. Небольшой, но аут. И второй брейкпоинт у Себальоса. Второй раз именно подачей отыгрывается Фишер. Сейчас, правда, это была чистой воды ошибка Себальоса. Аргентинца. Не перевел он мяч в линию.
Ну вот ответный укороченный от Фишера. И сыграно было хорошо. И контролировал он соперника. Так что выиграл первый гейм своей подачи Фишер, несмотря на то, что пришлось два брейкпоинта отыгрывать. Целая группа личных поклонников. Хорошо, ответил. Ну что ж, Фишер, может быть, и уступает в мощи Сибальюса, но, видите, порой в скорости очень неплохо удается опередить соперника. Прежде всего тем, чтобы сыграть по восходящему. По 15. Немножко еще поувереннее, понаглее не скажешь, именно поувереннее выглядит пока на корте Сибальюс, даже когда ошибается. Фишеру, может быть, в силу того, что такое немножечко субтильное, он как-то выглядит скромнее. Гейм за аргентинцев. Что уже после второго гейма решил сменить ракетку Мартин Фишер. Тридцать ноль. Хорошо, в общем-то. Уверенно подает Фишер. Mm-hmm.
Ну вот сейчас и Сибалис наконец-то. Ну, не сказать, что блеснул на приеме, но уверенно выполнил под заднюю линию. Пока завязать борьбу в этом гейме не получается у аргентинца. Да, легкий и уверенный гейм у Мартина Фишера. Конечно, я думаю, что придает ему определенной уверенности тот факт, что сумел он здесь пройти квалификацию. Все-таки для игрока, который занимает место в третьей сотне мирового рейтинга, сейчас он 233-й, Мартин Фишер, даже пройти квалификацию турнира ATP, это, в общем, очень приличное, очень серьезное достижение. И то, что сумел он это сделать, будучи уже, в общем-то, игроком опытным, повидавшим, еще раз повторюсь, 27 лет Мартину Фишеру, это, в общем, уже возраст, когда есть понимание твоих собственных возможностей и того, чего тебе, в принципе, удастся, наверное, сделать. По крайней мере, в теннисе. Ну что ж, и поэтому, вот, уходя на матч первого круга с Орасио Сибалисом, ну, ровно ничем, собственно, не рискует, ничего не теряет Мартин Фишер. Надо играть, надо показывать то, что есть, а уж как там сыграет против тебя соперник, пока об этом задумываться не стоит. 2-1 Фишер пока впереди, ну и подавать будет дальше Орасио Сибалис. Ой, и так хорошо сыграл с Фокландом, но затем как-то воткнулся в мяч вот со скоку. Может быть, надо было чуть-чуть побыстрее идти, чтобы сыграть с лета. Ну, это идеальная позиция. В принципе, сам Сибалис именно форхенд считает своим лучшим ударом. Ну, и поэтому, конечно, получив такую позицию, когда весь корт, считай, открыт и может сыграть в любую точку Сибалис с хавкорта, высокий, удобный мяч. 30-15. 30-15. Самое главное, наверное, для Фишера вот выдержать, скажем так, мощь вот этих ударов Сибалиса. Может быть, и не очень быстро летит мяч, но он достаточно сильно закручен. И, в общем, ох, какой шикарный укороченный. Как мяч в сторону ушел после отскока. Play a drop shot off you from backstep.
Внушает, впечатляет, согласитесь. 15. Да, сколько лишней энергии, скажем так, вкладывает Себальюс в свои удары, как это все выглядит, да, и на этом фоне маленький легкий Фишер, словно бы комариный укус, но, тем не менее, также эффективно, а может быть даже еще более эффектно. Тридцать-пятнадцать. Отлично действует Фишер. Isaac Munson, 30-15. Ну вот с точки зрения, скажем так, эффективности затраченной энергии с точки зрения выигрыша мячей, конечно, тут Фишер, конечно, КПД гораздо более высокий показывает. Выиграл свой гейм. Ну что ж, мне очень пока нравится, как действует Мартин Фишер. Не стушевался. Ну, в общем, наверное, и что уж, многое довелось уже повидать. Ну и, наверное, вспоминает вот этот матч 2010 года на Ролан-Гаррос. Мартин, когда, в общем, реально вел он 2-1 по партиям и с огромным трудом удалось его сопернику переломить ход борьбы. 6-4, 8-6 в четвертом-пятом сете вдруг выиграл Себальюс. Так что я думаю, что и Себальюсу тоже, наверное, пришлось вспомнить фрагменты того матча. Да, такая вот застиранная, уже потрепанная кепочка. В общем, видно, что теннисист не избалован какими-то большими контрактами. Но, тем не менее, он играет, и играет любопытно. Кстати, Фишер неплохо читает игру. Ну, конечно, мощью своей Себальюс порой добивается чистых выигрышей. Но, в принципе, ну, процентов на 90-95 мячей вовремя Фишер подходит. Может быть, у него не хватает своей физической мощи, чтобы это, ответить так, чтобы у Себальюс звездочки в глазах забегали. Ну, по крайней мере, старается Мартин Фишер. Физик 0, 40 лав.
Cabela's. He's now 40 love. Looking for a comfortable hold here. Рискует Сибалис прямо в линию и все равно не выигрывает еще мяч. 3-3. Райбайде. Ригемло. Ноль тридцать. Сейчас, конечно, очень нужна поддержка Фишеру со стороны публики. Неужели аут? Ну, вроде Сибалиус не спорит, но близко, очень близко было. Получился смеш. Так долго к нему готовился. Но вот иногда вот этот вот это большое количество телодвижений, вот этот очень мощный замах, все это, мне кажется, немножко мешает Сибалису. Здесь просто элементарно надо было еще успеть шаг сделать. Причем было время. Точно в линию попадает Сибалиус. Но вот это лучший удар в сегодняшнем матче. Вот так вот на бегу. Да, принимает он эти аплодисменты. На бегу практически в полете Сибалиус играет. И вот он бэкхенд его, да. И точно в линию. Чуть не везет, да, до смеша не отбежал, здесь мяч в трос попал, хотя вообще, конечно, преимущество сейчас, ну, немножечко помощнее еще заиграл Сибалиус, и его преимущество есть. Но с другой стороны, и ведь Фишер ошибается. Тоже делает маленькие подарки своему сопернику. Didn't pop up at all.
also make it very difficult for Fischer to get that. Ну что ж, все-таки додавил Себальос своего соперника. Непростой получился для него гейм в физическом плане. Ну что ж, да, Фишер действительно неплохо смотрелся, пока не включил свою полную мощь аргентинец. Ну вот другой вопрос, а сможет ли Себальос также мощно играть хотя бы даже только геймы на своей подаче все остальное время. Все-таки вот такие удары, в которые вкладываешься, во-первых, и хорошей физической выносливости требуют на будущее, а если матч хотя бы немножечко затянется, но и потом они все-таки связаны с определенным риском. Да, очень сильно перекручивает мячи Себальос, и, соответственно, это дает ему при вот этой силе ударов определенную стабильность. Безусловно, но все-таки стоит чуть-чуть вот сбиться ритму вот этого вращения, как могут начаться ошибки. И вот Себальосу главное теперь этих ошибок избежать. 4-3 он отправляется на подачу. Да, задергался, ёкнуло сердечко сейчас у Себальоса, когда мяч в трос попал. Но вообще очень здорово он разыграл эту комбинацию. Косой был удар и вот этот по линии. Но тем не менее, опять же, отметим, как Фишер успевал. Isaac Funton, 30-15. Lack of discipline in that exchange.
Ну, если Валиус умеет, в общем, пользоваться своим опытом и понимать, куда собирается сыграть соперник. Is starting to play a bit of the Zabalos game, hitting it higher and deeper. He got a few miss hits from Zabalos in that last exchange. Spiel 5-3. What was with that slice? Zabalos forward 5-3. Five games to three. That was fantastic. Что ж, еще одна порция поддержки для Мартина Фишера. Как здорово, в самую линию попадает Сибальос. Стоит и почаще совершать рейды в сетке. Это, конечно, не просто, потому что Сибальос и хорошими обводящими способностями обладает. Ну вот, два его рейда принесли ему успех. Здорово сейчас по линии сыграл. Ингейм свой берет. Но все-таки Фишер, да, несмотря на 0-30, несмотря, в общем, на определенные проблемы. Николас Карр и Йоахим Крец являются сейчас тренерами Мартина Фишера. В общем-то, уже не самые широко известные специалисты. А на трибунах потихонечку собирается публика. Понятно, в общем, что середина рабочего, первого рабочего дня на неделе. Понятно, что там первый круг, первый день проведения турнира. Но, с другой стороны, в общем, у австрийцев не так уж и много будет шансов в следующие дни увидеть своих теннисистов. Юрген Мельцер здесь, конечно, играет, и он посеян. Здесь на него, наверное, доведется еще посмотреть. Тем более, что он начнет-то, видимо, только не раньше среды. А так, в общем, еще, кроме Мартина Фишера, еще три австрийца, или получившие wild-карты, или прошедшие квалификацию,
есть сетки. Ну, Доминика Тима мы увидим в следующем матче с вами. Но еще между собой сыграют Андреас Хайдермауэр и Денис Новак. Хотел прямо еле-еле над сеточки перекинуть мяч. Футболист не получилось. 0-15. Со зверским таким рычанием вколачивает каждый мяч Себальос. Аут. 15-30. Двойной брейкпоинт. Ну, вот так вот, я, в общем, говорил о том, что такое мощное вкладывание в каждый удар может привести все-таки в какой-то момент к ошибкам. Вот так оно и происходит сейчас. Брейкпоинт упускает Фишер. Пустой корт играл Себальос. Туда, конечно, бежал Фишер, но надо ли было так пробивать глубоко? Долго работал как бы над тем, чтобы раскрыть себе весь корт. Но, с другой стороны, укорять Себальоса в том, что он немножечко рискуя ошибся, ну, наверное, язык не повернется. Так, 5-5. К радости местной публики счет сравнялся в первом сете. So Martin Fischer getting the break. And it's back at 5-all. Crowd very happy. Да, ну вот как сейчас, например, сыграл. Да, неожиданно, при том, что обычно Бекхэм все-таки одной рукой играет. Сейчас чуть-чуть в стиле Миши Южного, так, чуть-чуть помог второй рукой себе Себальос, направив мяч. Ну, и получилось-то, в общем, очень здорово. Ну, другое дело, что может, конечно, получиться еще один брейк, учитывая то, что опять у Фишера 0-30. Но, с другой стороны, в предыдущем-то гейме с 0-30 Фишер отыгрался, взял свой гейм. Может быть, получится и на этот раз.
15-30. Молодец, Фишер. Я бы ему дал титул «Стойкий оловянный солдатик». Под такими мощными ударами выживает, выдерживает. Может быть, кстати, вот это его родители были. Не знаю, не в курсе. Брейкпоинт. 30-40. Ну что ж, Сибальос вернул себе преимущество. И, в общем, понятно, что вот предыдущий гейм, который проиграл Сибальос, проиграл больше своими ошибками, это не момент какой-то усталости, да, в общем, рановато еще. Это, в общем, скорее такой момент психологической расслабленности. То есть, видимо, уже решил, что, ну, вроде бы уже, по сути, решил судьбу сета в свою пользу, но, как выясняется, еще нет. Пришлось еще немножечко над этим поработать. Ну, работа, в общем, над ошибками выполнена достаточно успешно. В первый момент даже подумаешь, а что это на трибунах здесь Новак Джокович делает. Но только в первый момент. Да, не попадает мяч в корт. Ну, а вообще, хорошо, все равно продолжает Фишер играть так задорно. И вот в прыжке удар, и укорачивает. В общем, даже, я бы, честно говоря, даже удивился, почему 233-й он только в рейтинге. Но это часто такое бывает, когда теннисисты играют на там челленджерах и фьючерсах, такая рутина, когда у них, ну, может быть, не так задорно, что ли, не с такой самоотдачей они действуют. Здесь вот пытаются себя проявить, но, может быть, немножко класса не хватает. 30-0.
Но тут вот перехитрил. Может быть, Фишеру надо было по линии сыграть. Все-таки Себальюс совершенно в противоположном углу находился. Он как бы сам себя, может быть, даже перехитрил, думая о том, что Себальюс может подумать об ударе по линии, побежать туда, и мой удар косой получится в противоход. Но вот Себальюс, парень массивный, не успел еще так быстро убежать в другой угол. 40-0, тройной сетбол у Арасио Себальюса. Снова получается вот этот прием в стиле Марата Сафина. Все-таки выиграл Себальюс и этот гейм. Первый сет со счетом 7-5. Ну, если честно, то, наверное, все-таки, несмотря на то, все то приятное впечатление, которое оставил своей игрой Фишер, ну, чуть-чуть помощнее, чуть-чуть да и, наверное, класс здесь тоже, это, в общем, понятие такое относительное. Ну, чуть поувереннее, понаглее играл Себальюс. На 8 мячей в итоге он выиграл больше. Ну, что касается, посмотрите, разница в 3 раза больше. Себальюс выиграл мячей на задней линии. Ошибок они здесь допустили примерно поровну. Ну и, конечно, вот мощная игра Себальюса в данном случае сказалось. Как не угадывал, как не пытался предвидеть то, что сделает сейчас Себальюс, Фишер, все-таки ответить на все удары он так и не смог. Ну вот, такой бросаем взгляд на окружающий городок Китсбюэль вершины. Наверное, сейчас больше их привыкли любители спортивного мира видеть, когда они покрыты снегом, и когда на них горнолыжники. Ну, в данной ситуации 69, наверное, это годовщина турнира. На следующий год он будет свое 70-летие отмечать. Странно. В 44-м году в Австрии теннисный турнир. Ну что ж, возвращаются теннисисты, чтобы продолжить матч во втором сете. Посмотрим, какие интересные моменты удастся создать в этой партии Мартину Фишеру. Сейчас посвободнее, что ли, без вот такой максимальной концентрации играет Себальюс. Предыдущий удар по линии так пропустил, по сути, не обработал как следует мяч. Здесь решил, что почему-то, что мяч уйдет за пределы корта. Даже резанный удар не попадает. Такой выходной продолжается у Себальюса после выигранного сета. Ну, в общем, да, действительно, та игра, которую демонстрировал, она, в общем, требует максимальной концентрации.
old. Первый гейм за Фишером, ну что, ну, даже, наверное, и футбольные таланты не на высшем уровне сейчас у Себальюса. Да, ну вот пока во второй партии Себальюс ни одного мяча не выиграл. Anything can happen here. Don't count Martin Fischer out. Ну вот, наконец-то, первый мяч, который снова мощный, глубоко сыграл Себальюс. Приличным очень опозданием. Судья на линии определил, что аут. Затем подтвердил это решение судья на вышке. Rising by them. Не успел. Ты здорово обрабатывает, укорачивает мячи Себальюс, то есть вот при такой мощи, при таких перекрутах, да, так вдруг мягко обработать мяч, что-то надо уметь делать. 40-30. Да, ну вот так вот 6 мячей подряд на старте сета Себальюс проиграл, затем 4 мяча подряд выиграл. Небольшой совсем аут. Трайзик ноль.
30 love. Maybe he's broken a string. Anyway, fresh racket, fresh bed of strings. Браво, Мартин Фишер, какой сумасшедший мяч он выиграл. У меня было ощущение, что вот там одного даже удара Сибалиуса с бэкхенда хватит для того, чтобы такого маленького Мартина Фишера просто с корта снести. А он отбил все, что только можно. Конечно, очень откровенно выцеливал свои атаки Сибалиус, но аплодировал, я надеюсь, своему сопернику честно и откровенно. Искренне. Под ноль Фишер выиграл свою подачу. Да, вот несмотря на то, что уже в общем, проигран сет, не сдается. По-прежнему Мартин Фишер не сдается. И замечательные образчики оборонительного тенниса показывает. В общем, сегодня и Маты Павич, и Мартин Фишер заставили себя зауважать. Да, и сыграли очень-очень неплохо. Несмотря на результат, несмотря на то, даже если, в общем, и Фишер проиграет в двух сетах. Даже если. А, в общем, у него есть шанс еще побороться. В общем, наверное, так и надо, если уж ты пробился, или получил wildcard, или прошел квалификацию. У тебя есть возможность сыграть на хорошем, приличном турнире. Надо постараться показать все, что у тебя есть. Просто, может быть, иногда так, наверное, и думают все, но у некоторых просто это не получается из-за всего какой-то психологической подготовки. И тоже красивый получился розыгрыш, правда, вот видите, Сибалиус там подтягивает. В общем, да, можно было так и небольшую травму спины получить. Он у меня все-таки попал точно в линию. Сибалиуса обводящий не получился. Правда, конечно, из тяжелой позиции пришлось вытаскивать этот мяч. Отлично играет Фишер. Ровно час позади, и, в общем, пока его запал не иссяк. Такой неожиданный прием получился. Может быть, немножко и случайный. Факты остаются фактом.
30-0, да, было на подаче Сейбалис. И вот брейкпоинт у Фишера. Что ж, молодец и Сейбалис, что рискнул в такой ситуации сыграть укороченный мяч на брейкпоинте. В общем, это непросто. Ну, никак не может наладить свою игру во втором сете Сейбалис. Как-то еще он весь в впечатлениях о том, что выиграл первый сет. Да, и проигрывает гейм на своей подаче. Браво, Мартин Фишер, который повел во втором сете 3-1. Showing that they've got new balls for this game. Just skid it off the line. 5-0. 15-0. Находился в воздухе. 30-0. Да, в общем, явно не ладится игра сейчас. Сейбалиса. Еще один гейм за Фишером, причем гейм под ноль. И вот за 5 геймов всего лишь 7 мячей выиграл Орасио Сейбалис. Это, конечно, катастрофически мало. Надеюсь, что Фишер, в общем, игрок опытный, игрок понимающий, ему хватит
возможности унять свое ликование по поводу того, что удалось ему повести во втором сете в счете, и держит он это преимущество в партии. Конечно, Сибальо сейчас будет стараться прибавить и заиграть помощнее, но, с другой стороны, он столько ошибок пока допускает в этой игре мощной своей, что просто прибавки в мощи будет недостаточно для изменения хода борьбы. Ну, вот, кроме мощи, конечно, еще надо бы Сибальосу побольше и почаще играть вот такими более острыми ударами, побольше растаскивать по сторонам. Футфол улетели у Сибальоса. Ну, не будем спорить с арбитрами. Второй мяч. И со второго мяча как легко бежит Фишер к сетке по 30. И попадает по линии. Браво, Фишер. Ну, он настоящий кураж поймал сейчас. Браво. Ну, еще один брейк делает. Ну, может быть, Сибальос и решил, что решающую битву надо отложить на третий сет. Ну, в конце концов, если 5 сыграли в Париже 3 года назад, то уж сейчас почему бы 3 не сыграть? И может, что игра, в общем-то, быстро идет. Уже заканчивается, по сути, второй сет, а провели теннисисты в борьбе на корте чуть больше часа. Thank you.
странный какой-то шаг перед этим ударом сделал Цибалиус, то ли рассчитывал, что укороченный от соперника будет длиннее. Видите, как-то не доехал, видимо, не рассчитал скорость. По 30. Rising by the 30 all. Отлично. Эйсом зарабатывает сетбол Мартин Фишер. Да. 6-1 выиграл партию Мартин Фишер. Ну, действительно, кто бы мог ожидать. Но с другой стороны, вот это немножко другой случай. Не тот, что, скажем, был с Павичем в предыдущем матче, когда он, поборовшись в первом сете, сник физически во втором. Здесь понятно, что Мартин Фишер уже, в общем, достаточной физической готовностью обладает. И, по-моему, Сибальюс вызвал доктора. Ну вот, кто знает, может быть, вот, сумев затянуть борьбу, Мартин Фишер спровоцировал какие-то проблемы со здоровьем и у Сибальюса, или же это те же самые проблемы, я уже говорил, на предыдущей неделе. Он не сумел закончить матч в 1/4 финала с Андреасом Сеппи, снялся при счете 5-6. И кто знает, может быть, что-то действительно какая-то есть проблема, которая, может быть, не очень ощущалась в первом сете, а вот во втором возникли уже проблемы. Посмотрим, что будет происходить. Ну, вроде врач-супервайзер, выслушав Сибальюса, ну и, может быть, выдав ему там 1-2 таблетки каких-нибудь вкусных, покинули корт. Ну, они, правда, там, он, по-моему, еще на выходе с корта стоят, что-то обсуждают. Все будет зависеть от того, как будет. Ну, мы поймем многое по тому, как будет играть Сибальюс сейчас в третьей партии. Статистика, да, всего за партию 11 очков выиграл Сибальюс. Ну, там никаких брейках и брейкпоинтов. Увидите, статистика очень скупа. Всего лишь 2 очка на задней линии он заработал при 7 ошибках. Никаких ни эйсов, ни двойных, ничего не было практически у Сибальюса. В общем, практически и сета для него этого и не было. Он как в тумане его так провел, и этот сет прошел мимо него. Вот третий, это уже более серьезно. И тем более, что Фишер разбегался, разыгрался, почувствовал ну,
удовлетворение какое-то начал получать от игры и понял, что, в общем, вполне может зарабатывать очки и даже выигрывать сеты. Ну, сейчас, по-моему, Мартин Фишер покинул корт, поэтому такая небольшая пауза возникла. Но я тогда сообщу, что еще один матч здесь на турнире уже закончился в первый день. Это было, правда, еще когда играли Маты Павич и Марсель Гранальерс. Альберт Монтанес обыграл Адриана Унгура, румынского теннисиста. Испанец был сильнее 6-4, 6-2. Очень такая уверенная и легкая победа там за 1 час и 10 минут. Опытный испанец проложил себе дорогу. Следующий круг. Монтанес, в общем-то, среди сеянок. Вполне логично, что он одержал победу. Теперь будет Монтанес дожидаться результата встречи Алье Забедена и Виктора Ханеску. Да, очень много тех, кто играл в Умаге, приехали сюда. Ну и из штата кто-то перебрался. Так же, как во втором сете, летел к сетке вперед Фишер, но, правда, на этот раз промахнулся, как эмоции захлестнули. Ну, просто соревнование, кто лучше сыграет у сетки, затеялось у них. Пока в этом сете лучше это получается у Сибалиса. 40-0. Speaking of Isabellas' doubles, he's currently ranked 49 in the world. He has been as high as 32 in 2010. So he plays better doubles than he does singles. And, he's very exciting to watch. Just a pity that he's... Fiercek Fulton. Тут же двойная. 40-50. Better serving. Ну, кстати, первая двойная в матче у Сибалиса. 40-30. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ну вот такое не часто увидишь, чтобы... Ладно, когда в первом сете просто не получился смеш. Ну, у Сибалиса, но здесь вовсе промахнулся мимо мяча Фишер. Хотя, ну, вообще, достаточно яркое солнышко, может быть, действительно лучик поймал в глаз. Но Сибалис выиграл этот гейм.
Да, если не смотрите, с подачи часто очень входит в корт Фишер, а потом делает еще несколько шагов вперед. Сейчас уже каждый мяч, который выигрывает Фишер, публика с огромным удовольствием встречает аплодисментами, понимая, что каждый мяч его потихонечку приближает к победе, к возможной победе в матче. Это тоже не из повседневного арсенала Сибальоса. Один-один. Мяч остается на стороне Сибальоса, 0-15. Отлично. Отличную волну поймал Фишер. Если он как отличный серфер на ней удержится до конца матча, может быть, и сенсация грядет. 0-30. Тройной брейкпоинт. И уже вот не пробивает насквозь, не сносит с корта своего соперника Сибальос. Пока не получилось выиграть гейм. Но не оставляет, самое главное, попыток играть нестандартно, играть интересно Фишер. Все время старается что-то такое придумать особенное. Сибальосу, ну, практически, я и не вспомню, были вообще в этом матче розыгрыши, вот, ну, там, начиная с середины где-то первого сета, чтобы в один удар выиграл бы Сибальос. Все время ему нужно как минимум 2-3, а то и 4 удара, чтобы разорвать оборону соперника. Ну, вот два брейкпоинта он отыграл. Что там
с третьим, интересно. Отыгрывает и третий ровно. Да-да, небольшой аут. В общем, в коридор мяч вышел, это было видно. Конечно, кто-то под руку из трибуны и ненарочно и крикнул Сибалиусу. Ну, тут вот опять что-то держится за бок. То ли непонятно, то ли спина, то ли просто убегался. Остервенением вкладывался в каждый удар Сибалиус, но ничего это не дало. Фишер снова был на каждом мяче и дождался, ну или заставил ошибиться соперника. Так 2-1 с брейком повел в решающем сете Мартин Фишер. Ну что ж, это еще раз подтверждает, что вот эта пятисетовая баталия 3 года назад в Париже на кортах Ролан-Гаррос не была случайной. Сибалиусу надо сейчас суметь сыграть вообще без единой ошибки. И в то же время достаточно мощную и острую, чтобы остановить Фишера. Чувствуется, разозлился аргентинец. И снова даже Сибалиус аплодирует Фишеру. Какой неожиданный перевод на линию.
Самое главное, отбил атаку Сибалиуса и сам вошел в корт. Да, вот сейчас даже заранее Фишер бежал в тот угол. То есть он читал игру, возможное направление удара Сибалиуса. Но уж больно широко сейчас сыграл аргентинец. Два брейкпоинта у него. Смотрите, куда отошел на прием. И все равно не справился. Here's a chance for Zabalos. И второй брейкпоинт уползает от Сибалиуса, как сполз сейчас мяч с его ракетки. Пытался он на линию перевести. Это было бы, конечно, идеальным вариантом для Сибалиуса суметь отыграться по горячим следам. Когда в движении, как-то лучше получалось. А сейчас из одной точки, по-моему, три удара подряд выполнял Фишер. И один был на грани, другой попал в корт, но вот третий все-таки покинул пределы площадки. Сумел сравнять счет снова. Сибалиус 2-2. Ну что же, да, переигрывает этот мяч. Судья на линии посчитал, что мяч ушел. Ну вот и судья на вышке, Фишер подтвердили, мяч был в корте. Блестящий прием. Словно бы и ждал такой именно подачи. Ну, вот под форхенд, конечно, вторую подачу очень опасно подавать. 0:30.
Vincent Dreisig. 15-30. Rising by then. Unusual for Zabalas to get 30 all. Points from the serve. Especially when you're only rolling it in at 134. Не слушается мяч Сабалиса даже при подготовке к подаче. Уж прямо Сабалиус переживает, как будто бы каждый день он такие удары попадает. Очень непростой был смеш, не отбежал он под него как следует. Снова брейкпоинт у Фишера. Кстати, во втором, в первой партии ты уверенно превосходил соперника по эйсам. Сабалиус 5-1 было соотношение. А вот во втором сете не было у него эйсов. Ну, второй сет вообще был провалом для Сабалиуса. Да, а как было бы весело Сабалиусу, если бы мяч все-таки попал в корт. Третий смеш за матч не может пробить Сабалиус. Он сам показывает себе, что ну, уже хватит. Надо уже дать мячу приземлиться и играть с отскока. Ну, сейчас-то был самый простой, как мне кажется, вариант. Он набегал на мяч и все равно промахнулся. Третий только в этом гейме брейкпоинт у Мартина Фишера. Дважды он здорово принимал в предыдущих эпизодах. Вот так вот в этом прыжке с форхенда принимал даже на вылет. Но вот сейчас не, самый, может быть, важный момент не получилось. Thank you.
вот публика недовольна, придется, наверное, судье оценить. Да, действительно, мяч в ауте. И больше у Сабалиса. Касание сетки и второй мяч. И первый, первая подача по-прежнему, да. Конечно, ввести Сабалиса, идущего к сетке, это, ну, эта задача облегчается тем, что очень медленно Сабалис сейчас это делал. Но, тем не менее, как резко, как целенаправленно пробил Фишер. Кто знает, может быть и ключевой гейм. После такого долгого сражения. Кто знает, сколько останется сил. Ну, если вот Сабалис, скажем, проиграет сейчас свой гейм, будут у него силы еще раз отыграться. Подустал, конечно, в этом гейме и Мартин Фишер. Тут уже ничего не попишешь. Так здорово он в середине гейма принимал. И вот, наконец, уже, конечно, пошли ошибки. Ну что, опять доктор рядом с Сабалисом. Нам бы посмотреть, послушать, о чем они говорят. Ну, камера уходит на другие планы. Так, вы видите, да, видимо, все-таки не случайно за этот бок несколько раз уже хватался. Видимо, просто потянуты там косые мышцы живота. И такой типа тейпа в пластыре стоит удерживающий их от дальнейшего растяжения. Ну, сейчас просто уже... Просто немножечко разогреть как бы эти мышцы, не снимая вот эти наклеенные пластыри. Видимо, не так беспокоит проблема. Но самое любопытное, что вот пока доктор оказывал ему помощь, Сабалис еще попросил его немножко в сторону подвинуться. Видимо, он с кем-то хотел там пообщаться, взглядами переброситься. Неточная подача, считает главный арбитр. Null 15. Love 15.
lake, so it gets a bit patchy in areas. So the water just controls the management of the distribution of the clay. And back to this match, it's 15, love 15. Ноль тридцать на подаче Фишера. Ну что ж, может быть, как раз и в другую сторону ключевой гейм. Сибалис все-таки удержал свою подачу, а вот у Фишера не успел за перерыв между геймами восстановиться. Да, еще один аут, 0-40. И очень легко под ноль Сибальос выигрывает чужой гейм 4-2. Дважды удалось Арасио сделать брейк. Два гейма подряд на чужой подаче он выиграл. Сейчас будет сам подавать новыми мячами. Tighter racket, so the ball doesn't spring off so quickly and fly long. Теперь Арасио главное свой гейм взять, чтобы уже сформировать преимущество 5-2. Потому что я думаю, что он победу все-таки не упустит. Ноль 15. Снова, в общем, Фишер, в общем, еще успевает играть в корте. Тяжеловато уже. Порядка там двух часов идет борьба, но, тем не менее, справляется Мартин. Более-менее справляется, да? 15-0. Ну, по крайней мере, от матча 59 и 233 ракеток мира можно было ожидать гораздо большей разницы в классе и в счете, нежели сейчас мы наблюдаем. Ну, обратите внимание, сейчас, уже последние минут 30, Сибальос для контроля, вот когда переводит мяч на линию, еще дополнительное боковое вращение как бы придает, чтобы мяч с гарантией пришелся в корт. В первом сете этого не было.
15-40, два брейкпоинта. Я не исключаю, что это родители Мартина Фишера, папа тоже тренер. Service. Укротил мяч Себальос, оставив его прямо рядышком под сеточкой, точно в линии ровно. Два брейкпоинта удалось отыграть. Я не очень уверен, что надо было так спешить сейчас Фишеру. Но, с другой стороны, он подустал. И, конечно же, сейчас каждый мяч ему дается непросто. Портайл Фишер. Einstein. Use. Опоздал, мяч глубокий был и не успел под ногами подготовиться к этому мячу Себальос. Еще один брейкпоинт у Фишера.
can't afford to hit anything short. It just allows Zabalos to rip the ball even more when he hits short. Молодец, какой мяч тяжелый вытащил сейчас. Себальос, ну, все время что-то он там рассказывает на трибуну своей команде. Да, это был брейкпоинт, это можно было снова растерять свое преимущество. Да, ну это тоже сказывается усталость, что вот так вот пробежал мимо мяча, пробежал и не заметил. Больше у Себальоса. Великолепный противоход. Да, ну какой же неудобный получается этот соперник Мартин Фишер для Орасио Себальоса. Второй раз на грунте они встречаются, и второй раз такая тяжелая, такая упорная борьба. Дай бог, в 2 часа успеет уложиться в этом поединке Орасио Себальос. Для матча первого раунда, наверное, это, в общем, многовато. Хотелось бы в первые там круги проходить полегче. Как идеально клал вот эти укороченные удары в первом сете Себальос. Сейчас совсем другая картина. На подачу даже не реагирует. Ну, сейчас хочет поинтересоваться, не было ли там аута. So fantastic start now in this game for Martin Fischer. This is where he wants to be. Win this game. Net for service. Straight on to trying to break his momentum with him. Попадает
Ну, хороший, удобный был мяч. 40-15. Ну, в общем, наверное, не ставил сейчас себе Сибальюс задачи бороться за этот гейм. Для него главное сохранить силы вот на завершающий, когда он будет подавать на матч. 5-3. Вот, это немножко расходится сумма вот этих времен по сетам. Ну, видимо, не учитывается здесь перерывы между сетами. А вот там на табло, на корте они учтены. Поэтому получается, что уже 2-0-2. Ну, в игре чуть-чуть поменьше. 15-0. Еще на шажок ближе к победе становится Сибальюс. Аут определяет главный арбитр. Да, ну вот эта смена ритма, вот этот высокий мяч, он немножечко сбил с толку Мартина Фишера. Ну что ж, все-таки выигрывает Сибальюс этот матч, но очень непростой получился. И надо отдать должное Мартину Фишеру. Он сыграл сегодня вдохновенно, он сыграл сегодня очень интересно. И, в общем, очень жалко, что приходится с ним прощаться на этом турнире, по крайней мере. Ну что ж, возможно, мы еще и увидим как-нибудь на каком-нибудь турнире Мартина Фишера. Конечно, большого прорыва там, в первую сотню от него сложно ожидать. Но если увидите, сходите, посмотрите его матч, я думаю, что будет любопытно. Ну а Расио Сибальюс продолжает борьбу на этом турнире. Ну, в общем, и он, и Марсель Гранольерс выдержали непростые поединки. Посмотрим, как они восстановятся к среде. Ну а мы ждем следующего матча. Андрей Кузнецов против Доминика Тима. Это будет очень любопытно. Не отходите далеко.